По инициативе депутата городского собрания Анжелы Селюковой уже на протяжении 5 лет различные праздники, мудрые и активные общественники Адлерского района собираются за праздничными столами. Вот и сегодня в их адрес звучат слова благодарности за переданный опыт и весомый вклад в развитие района и города. Многие работают с ветеранами, афганцами и помогают людям с физическими ограничениями. И кто, как не они, достоин внимания и почтения, особенно в свой праздник. Это очень важно. И уделять внимание указанным лицам необходимо, так как они являются примером для нас, живущих сегодня, и, конечно же, для подрастающего поколения в целях воспитания патриотизма, любви к своему городу, к своей стране, к тем традициям, которые живут в нашей любимой матушке России. Все, что делается в нашем районе, только с их поддержкой, с их подачей. Здоровья, счастья, любви. Я как депутат и как координатор от партии «Единая Россия» желаю всего самого наилучшего. Уважаемым жителям представители городской администрации и предприниматели подарили не только угощение и концертную программу с участием творческих коллективов города, но и самое важное для пожилых людей – внимание и возможность встретиться и пообщаться друг с другом. Я хочу сказать в адрес руководства всего района, а также в адрес особенно Анжелы Альбертовны Селюковой, что так все это хорошо проходит. Сегодня мы здесь, вот в этом кругу, в таком красивом, семейном, благодатным, хлебосольным. Мы, конечно, друг друга целуем, обнимаем и радуемся, что мы все живы, здоровы и счастливы. Те же, кто по состоянию здоровья не смог присоединиться к своим ровесникам, депутаты навестили дома, поздравили их с праздником, пожелали здоровья и подарили приятные сувениры. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.